Последствия карантина от коронавируса застали меня по пути на гастроли в Самару и Пермь. Концерты отменились день в день, но я решил не унывать. Сделал приятный сюрприз, заехал к маме, пообщался с родственниками. По возвращении домой решил заняться спортом, возобновить тренировки по бегу. Поэтому никакой паники, никакого пессимизма. Все будет хорошо. Главное соблюдать правила личной гигиены и не пренебрегать советами врачей. Если вы почувствовали ухудшение, обязательно обращайтесь к врачам. Всем добра, здоровья, счастья и любви!